Эй, йо, ребят, всем привет, приветствую вас на канале Planet Home. Специально стою спиной, но я думаю, вы уже видите самое главное изменение в нашем персонаже. Да, черт подери, у меня наконец-таки появилась борода, боже. Я ее получил, и она на этом персонаже смотрится просто охеренно. А сейчас хочу я узнать у вас. У вас есть борода, усы или все, что касается выразительности на лице? Ставь лайк. Если нет, ставь дизлайк. Заодно и посмотрим, какое соотношение у нас как раз таки людей. Обязательно просто вот возьми и поставь. Лайк или диз. Есть или нету. Ну а мы с вами начинаем. Начинаем с вами заниматься нашими фермами. Во-первых, мы сейчас тут соберем нашу рыбюхину. Эть, отца, отлично. Дальше нам надо покормить свиней. А они тут дали, это что, из желуди что ли? Или что это грибы какие-то? Это вроде гриб какой-то, наверное, да? Да. Так, ладно, дальше у нас есть курятина, ее, естественно, надо тоже покормить. Дальше, ребята, самое крутое, вы сейчас этого еще не видите, но я ждал этого 7 часов. Сейчас вы увидите, наверное, это мой рай, вот сейчас я вбегу, и, о боже, да, это поле гороха. Парни, это просто, мать его, поле гороха. Вы посмотрите, какой он идеальный. Он, вот сейчас я найду где-нибудь, вот, чтобы было прямо видно, вон, смотрите, горошинки. Это просто идеальнейший горох. Это просто идеальнейший горох. Если любишь горох, обязательно напиши в комментариях такую фразу, типа «Горох one love». Ну, я считаю, что горох это действительно самая крутецкая культура, которая тут, в принципе, может быть. В принципе, можно вообще больше не играть, мы добились с вами предела, у нас с вами есть горох и его овер дофига. Осталось только его сейчас собрать, давайте я, наверное, сейчас это все дело здесь подергаю. И, ну ладно, даже вот так. После всего этого направления мы с вами будем прокладывать сейчас дорогу. И, соответственно, да-да-да-да-да, мы будем с вами ставить бензозаправку, бензоколонку. Я не знаю, дадут нам сразу трактор или нам надо будет что-то еще для этого сделать. Но, вроде как, вы сами мне писали о том, что только колонку ставишь, и все, в принципе, это дело у нас начинает давать прирост. Так, все, давайте дособираем и встретимся. Отлично, последний и самый, наверное, вкусный. Ладно, с яблоками мы пока не будем заморачиваться, пускай висят. Единственное, что у нас с вами по заданию есть задача, что нам надо собрать лимоны. Но лимоны вроде как у нас еще нигде не взошли. Это груши у нас, лимоны у нас, по-моему, кстати, дальше здесь находились. Кстати, о лимонах и, в принципе, еще о растениях у нас с вами появились пальмы. Так, это мы сгружаем. Туда же. Нам надо будет с ним попробовать что-то делать, поставить. Я думаю, где-нибудь в конце участка, наверное, вон там. Сделаем маленький такой райский уголок. Хотя, скорее всего, мы сможем с вами уже покупать и так некие наши территории. А с другой стороны, знаете, еще подумал, короче, оставить игру где-то на сутки включенной. И все желающие походили на ферму. А всю ферму целиком засадить культурами. Вот просто вообще все это поле усадить чем-то, что можно собирать. Чтобы здесь можно было просто проводить часы на этих полях. Но, скорее всего, либо второй вариант мы можем с вами сделать. Это полностью убрать с соседних территорий к фигам, когда мы откроем ее, когда мы ее купим, да. Все убрать, все мостики, все дорожки и засадить целиком на эти футбольное поле сделать. Ну да ладно. Так, что у нас с вами есть? У нас с вами есть, во-первых, кстати, ветряк. Я не знаю, дофига он здесь упал, но давайте мы его тоже где-нибудь здесь бахнем. Около дома, конечно, наверное, не камильфо его ставить, очень шумно будет, но ради красоты, кстати, к вам смотрит. Ага. Ну давайте в ту сторону его направим. Сюда не будем, а то еще кто-нибудь мимо пробегать, намотает его на ветряк. Это будет вообще, это будет плохо, да. Эть. А фиг его знает, зачем он здесь нужен. Ну, однако у нас здесь будет, типа, энергию, наверное, будет вырабатывать нам на наш поселок. Так, где у нас, кстати, кострище есть? Вот здесь мы поставим костер, однозначно. Хотя, почему здесь? А почему нет, как говорится, да? Да, давайте вот здесь, наверное, поставлю его. А у нас здесь барбекюшница, и рядышком костер будет. Не хочу, чтобы прямо в упоре это все находилось. Так, далее. Поставим стрелочку, указатель. А, кстати, ребятки, я сделал небольшую перестановочку. Сейчас мы вот так попробуем это как-то вот здесь. А, вот здесь нам надо. Вот так вот, да. Вот здесь я сделал небольшую перестановку. Магазины все я отсюда перетащил. Там у нас будет полностью ферма тематики, да, идти. А вот тут у нас будет некий торговый рынок.
Сейчас, естественно, мы тут тоже все это дело сгрузим. Вот, и проложим здесь, естественно, дорогу. Она будет у нас как бы сзади идти. Здесь будет проходить асфальт целиком. И заходить на территорию дома. Так, давайте-то сейчас попробуем хоть не какой-то некий контур здесь проложить. То есть, получается, ну вы поняли, да? Вот здесь у нас будет идти дорога. Туда пойдет налево. И здесь по периметру, естественно, тоже. Так, здесь, чтобы нам прям по фэншую было. Это мы, получается... Получается. Ну, ладно, давайте, да, все-таки здесь-то пробьем ее. Можно было по прямой сделать. Но мы сделаем вот так. Нормик, да? Да. Отлично. И вот сюда. Здесь у нас тоже, естественно, будет проход идти. Оп. И как раз-таки вот та самая аллея. Около рынков наших и около деревьев, которые у нас, соответственно, будут вывозить нас на основную дорогу, на территорию. Так, я вот сейчас как-то думаю, может быть, с заправки тут вопрос вот решить. Куда нам ее будем поставить, да? Так, ну что, момент истины. Давайте, да, сейчас только, наверное, последний штрих еще доделаем вот здесь. Это у нас выход на поля. Мы их, естественно, тоже будем все ограждать деревянными всякими заборчиками. А здесь мы, наверное, дерево поставим, да? Да. Здесь мы дерево поставим, причем поставим лимоны. Вот сюда. Отлично. Так, нифига. Бананы. Банана, мама. Давайте ее однозначно сейчас куда-нибудь утащим. В конец участка. Вот так, стоп, а у нас вот здесь, кстати, пальмы начинаются, да, с правой стороны. Давайте тебя просто для интереса поставим вот здесь где-нибудь в угол одну. О, есть идея. Мы здесь сделаем все из пальм, а в центре сделаем озеро. Вот это будет крутая тема. Я поставил одно дерево, мне просто интересно, как оно там будет вообще выращиваться, о, точнее вырастать у нас. И, соответственно, почем там будут бананы даваться. Так, ну что, ставим остановку теперь. Ой, заправку точнее. Вот она у нас идет. Так, получается, давайте мы ее поставим где-то вот тут, наверное, да? Слушай, ну если что там... Ну, хотя... Вышел с фермы... Блин, да, вот здесь, наверное, поставим ее. Сейчас, вот так вот. Отлично. Так. Топливо. Вопрос, где трактор теперь? Где мой, мать его, трактор? А трактора, блин, и нет. Аж еще надо здесь активировать его. Ага, вот он у нас. О, нифига себе. Нормально телега по воде гоняет, нет, по рыбе. О, боже. Хрена его задирает. Это жесть. И что мы теперь с ним можем делать? Толку-то от него какой? О, слушай, он просто собирает сразу все в округе. Слушай, он собирает, получается, на несколько деревьев сразу. Ну-ка, три или нет? Так, стоп, ну получается вот сюда. Да, он получается по бокам. Он три штуки собирает, вот, он клетки образовывает. Слушай, вот это удобно. Это удобно вообще в сборе однозначно. Очень удобно. Просто топовая тема. А разница, как такой асфальт, не асфальт, никакой нету. Он что так фигачит, что так фигачит. Ну ладно, асфальт нам для больше для нашей, так сказать, красоты. Поэтому, слушай, нам на шифте гонит, нет? О, вообще бешеный трактор, охренеть. Топовая тема, если честно, ребята. Вообще офигенски смотрится, ну согласитесь. Так, единственное, по поводу раскраса. Слушай, он еще и землю может сразу пахать. Слушай, большой кусок. Туда поля нам вообще изи можно сделать будет. Ну-ка, ради интереса. Бац. А убирай так же, интересно. Нет, убирает по одной. Да. Слушай, ну забавная тема. Единственное, значит, топливо. Надо сейчас посмотреть, почем там топливо вообще, как у нас заправляется. Тоже собирать его только надо. Не, ну поля, конечно, о нем делать. Это прям вообще. Это просто круто. Однозначно. О, слушай. Знаешь что? Мы сейчас точно проверим. Сейчас мы попробуем с вами доехать до нашего поля. Мы как раз таки еще его не обрабатывали. Посмотрим, насколько
Он, точнее, он вообще умеет их обрабатывать или нет? Ну-ка. Слушай, умеет. Это мега круто. Это очень мега круто. Ну-ка. Да. Ну-ка. Бац. Вообще изи, просто изи. Да, единственное, только смотри, он снимает у нас очень много топлива, в принципе, за прыжок, да, сразу же. Причем, походу, не важно, сколько квадратиков мы сразу с вами отбиваем. Так, ну-ка. Слушай, а будет он собирать? Нет, воду. Воду не собирает. Слушай, не, реально крутая штука. На тракторе только надо иссякать. Однозначно. Сейчас мы попробуем посмотреть, что там по поводу заправки у него. Он сейчас так и сядет у нас. Так, хранилище. Это мы убрали. Так. А задание... Так, стоп, а в смысле? Не понял этого момента. Он опять заправлен у нас. Мы его скидываем. А, топливо 40. Все, я понял, канистра в левом низу хранилища, оно само восполняется через какое-то определенное количество времени. Ну, то есть, постоянно нам не покатаешься. То есть, есть какой-то жесткий сбор. Сразу приехал, насобирал, нафармил и свалил. Ну, в принципе, с одной стороны, да, логично. Так, ну мы продаем. А, дальше, что мы хотим? Арбузы? Серьезно? Блин, нам нужен трактор. Нам очень нужен трактор. Я бы сделал прямо такую, знаете, бабчу посадил бы из них. Сейчас посмотрим, ну там. А, кстати, может быть посадить их прямо здесь? Чё, нет-то? Ну-ка. Сейчас попробуем. Эй, сюда. Слушай, ну да. Бац. Бац. Здесь немножко правее. Отлично. А поливает он, кстати, интересно или нет? А он еще и поливает. Охренеть. Вот это просто круто. Однозначно круто. Трактор просто мегалайк. Сейчас мы все заполиваем. И остались здесь кусочки, да? А, боже, забыл здесь еще посадить. Ну-кась. Конечно, моменты прыжков, ну такое себе это все сделано. Можно было немножечко как-то по-другому это все анимировать, но что есть, то есть, как говорится. Так, все, это мы с вами посадили. Трактор мы паркуем. Он нам, в принципе, пока не нужен. Поправляем, заправляем. Так, дальше что у нас с вами есть? Что у нас? Бамбук еще. Ё-моё, бамбук, кстати, интересно было бы там около... В смысле? Утки и куры? Блин. Ой, свиньи, давайте тогда их, наверное, вот здесь где-то загрузим рядышком. Не очень много их сделаем. Так, утки. Как раз между вами тут будет сено. Хотя, может быть, сено убрать, кстати, сделать отдельную грядку. Просто, чтобы она была побольше, чисто у уток. Ну, давайте тогда, да, выносим ее. Тогда берем обратно утей. Утка, кстати, по косарю. Так-то, для справки. Нифига не дешево. А, где наши заборы? Сейчас мы здесь это все дело тут раскидаем. Также в центре, наверное, сделаем проход. Но главное у нас... Да, здесь у нас, получается, не проходит. Главное у нас... Общие, видите, боковые точки есть, поэтому целиком сюда делать не надо. И делаем арочку. Слушай, у нас ферма-то с вами, пацаны, если честно, мега крутая становится. Реально мега крутая. Слушай, а, кстати, фонарик, как у нас он сильно засвещает? По-моему, он больше какой-то декоративный, да, наверное? Хотя, стоп, он где-то был-то мы... А, или мы убрали его? Сейчас попробуем раскидать фонари парочку. Теоретически можно вот здесь перед входом поставить. Вот с той стороны, вот так вот сделаем. Ну, освещение как бы есть, но оно такое себе на самом деле. И снизу перед аркой сделаем тоже вот тут. А, здесь у нас не ставится, зараза. Жалко.
Ладно, мы тогда сделаем еще момент в плане заезда. Вот здесь можем теоретически поставить, да? Так как у нас все-таки дорога здесь идет. Ну, якобы у нас здесь спуск идет. Поэтому и еще, наверное, можно... Слушай, а здесь вокруг точки можно поставить? Да, тоже можно. Можно на рынок, в принципе, весь засветить вообще. Эть. Нет, ну это неправильно будет, наверное. Вот так, что-то типа такого, наверное, да? Или, наверное, лучше было сзади сделать. Так. Нет, достать на дорогу. Хотя, думаю, пофигу, оставим их так, как есть. Хотя, блин. Нет, не оставим. Давайте мы вот эту штуку сейчас с вами сдвинем. А, все, мы их целиком взяли, отлично. Вот так вот. За ними сейчас поставим. Нет, не стенд. Надо перенести. Эти вот сюда. Вот так, отлично. А дальше, я думаю, давайте, наверное, можем еще через одно вот здесь поставить на повороте. Да? Как раз таки. А, или вот здесь-то, наверное, навряд ли нам это надо. Столбы к столбам прямо будут. Да, нет, не будем там прямо совсем засвечивать. Либо сделать небольшой через шаг, кстати, точно. У нас получается две ячейки, раз-два, и вот здесь что-то получается ставим, да? Оп, вдоль дороги, раз-два, и здесь на перекрестке, отлично. Как раз таки. Здесь мы тогда, получается, ставим его тоже на углу, да? Два фонаря, и у нас следующий уйдет уже туда вниз. Все, понял. Окей. Так, потихонечку, кстати, слушай, ну, симпатично становится. А противоположно, кстати, на противоположной стороне можно в этот шаг. Хотя нет, тут два шага, два к одному, поэтому неудобно будет, да. Да, уж тут прям вообще, казалось бы, простая игра, блин, но здесь такое залипалово. Во, отлично. У нас подъехали яички. Отлично, 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 забираем их. Нам они как раз таки нужны по заданию. Ить, забираем. На самом деле преображается она так-так по чуть-чуть, потихонечку, не спеша. А вот по поводу плантации, делать какую-то действительно огромную плантацию по какой-то культуре, надо подумать. Черканить в комментариях, давайте, может, действительно вот это поле все засеем прямо огромными, просто огромнейшими на выбор для вас. Вот, пожалуйста. Выбирайте, что будем сажать, арбузы, горох, перец, тыква, хлопок. Ну, салат, думаю, точно никто с морковкой не будет сажать. Арахис, кстати, как вариант, баклажаны. Выбираем и будем делать большой засев как раз-таки сзади. Ить. Как-то вот так. Все, это мы с вами все сделали, это мы с вами все добыли. Но трактор, конечно, творит чудеса, ребята. Трактор просто творит чудеса. Намного стало, конечно, удобнее все это дело собирать. Так, слушай, а по поводу дополнительных. Мы с вами, получается, схапали опыт еще дополнительный, да? Левел, точнее. А, у нас вот открылся флаг. Блин, ну не знаю, насколько нам нужен вообще. И что мы, кстати, сможем с ним сделать, кроме как на нем интересно рисовать-то можем? Попробуем здесь поставить. Он влезет здесь, не? Ну, такое себе вот тут. Ну, можно, в принципе, вот здесь поставить. Он здесь более-менее... Ни хрена он тут не более-менее. Вообще он здесь не смотрится. Выносим его нафиг. Слушай, а его выбрать можно даже. Ты серьезно смотри. Ну... Кстати, хотите пообщаться в чате, поболтать, заходите в группу Discord, поэтому повешу фотографию Дискорда. Пускай она будет вот такая, не забывайте, ссылочка всегда есть в описании. Все, ребятки, тогда давайте на этом моменте мы с вами тормознем нашу маленькую фирму. Очень крутая, на самом деле, у нас она очень крутая, потихонечку развивается. Жду всех гостей, всех ребят, у кого есть эта игруля. Залетайте и будем вместе фармить. Кстати, ну, слушай, у нас бананы выросли, сейчас топы, пойдем баренько мы их... Да, будем и посмотрим. Сколько там с них, интересно, упало-то нам в плане денег и опыта. 65, да? А бананы у нас стоят сами по себе 400. Слушай, достаточно быстро окупится. Достаточно быстро реально окупится. Ладненько, все, ребятки. Да, я с вами прощаюсь. Понравилась серия. Ждете еще серии по этой игрухе. Подсказывайте идеи, как, что, где можно сделать. Не забывайте втыкать лайк, если у вас есть борода. И поставить под этой серией дис, если у вас нету ни бороды, ни усов, ни щетины. Вообще ничего. С вами был Серега Плейс. Я их люблю на 37. Пока.